Доброго дня, друзья. Хочу показать, как точу на болгарке топор советского производства, качество стали. Купили. Тупой очень. Опять будем точить. Старый дедовский топор получил вторую жизнь. Еще благополучно на болгарке точу. Сверла свыше 3 мм, стамески, ножи. Точу можно резать бумагу. Угу. Смотрим результат. Сталь звонкая. Дашечка заточим. Фу, огрызочек карандаша. На чем еще показать? Подточим. Грифелек не сломал. Напишем что-нибудь на грифельке. Лето 2016. Топор съеден ржавчиной. Весь курил его. Топорище сам сделал. Колю дрова. Сталь стоит очень хорошо. Могли же раньше делать в Советском Союзе.